Парковка транспортных средств на газонах, спортивных и детских площадках, а также на участках с зелеными насаждениями запрещена. Однако есть водители, которые оставляют свои машины в неположенных местах. И таких правонарушителей можно встретить практически в каждом дворе. Чтобы напомнить автомобилистам об ответственности, администрация Ленинского района регулярно проводит специальные рейды, а также призывает жителей пользоваться порталом «Добродел», чтобы сообщать о тех, кто нарушает установленные правила. Жители Ленинского муниципального района, увидев правонарушение, то есть парковку на газоне, могут сфотографировать, написать дату, время, местоположение данной машины и прислать нам на портал «Добродел». Для проверки и уточнения собственника у нас есть 2 месяца. По окончании 2-месячного срока выносится постановление о назначении административного штрафа. В течение 70 дней собственник автотранспорта должен оплатить штраф, 10 дней, которые даются на обжалование штрафа, и 60 дней для оплаты. В этот раз в центре внимания оказался город Видное. Специалисты провели тщательный осмотр припаркованных машин на проспекте Ленинского комсомола, улице Ольховой и Радужной. Большинство жителей, как, например, Константин Бондарцев и Светлана Городова, отнеслись к этой акции с пониманием. Покупая машину, я сразу, и покупая квартиру вот здесь, в этом ЖК, я сразу заботился о ее месте. Я купил машину место. Здесь есть пока свободные места. Это, конечно, личное дело каждого человека. Вот. Кому-то не хочется, но мы живем уже, нужно принять это как должное, что если есть машина, нужно думать не только о бензине, о страховке, еще о чем-то, но нужно заботиться и о машинном месте. Паркуются везде, все равно газон, тротуар, пешеходный переход. Вот если там дальше сейчас пройти по улице, можно увидеть, что прямо посреди пешеходного перехода, вот уже сколько, практически 11 часов, совершенно не стесняясь, стоит машина-легковушка. И это постоянно. В этот день на лобовые стекла машин были прикреплены листовки с предупреждением о правонарушении, а также с информацией о размере штрафа за неправильную парковку. Особо ярким примером нарушителя стала владелица «Мерседеса», поставившая свой автомобиль всеми 4 колесами на газон. Mercedes-Benz 261. Ваша машинка? А вы не могли бы выйти с газончика и убрать, пожалуйста? Ждем вас. Спасибо. В ходе осмотра дворовых территорий было выявлено около 20 правонарушителей, которые будут вынуждены заплатить административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.